Жители дома номер 236А на Михайловском шоссе обратились к нам в редакцию, поскольку много лет их волнует сразу несколько вопросов. Первое, что бросается в глаза – три старых засохших дерева, нависающих прямо над детской площадкой. Как говорят местные жители, мамы продолжают гулять тут с детьми. Однако у старшего поколения этот факт вызывает удивление. И на вопросы безопасности молодые люди отмалчиваются. Промолчали все. Пока что-то не случится. Женщина утверждает, что не раз обращалась в управляющую компанию, однако никто не хочет заниматься обустройством придомовой территории. Позади дома ситуация обстоит не лучше. Здесь все заросло крапивой и бурьяном, и также нависают сухие деревья. Заросло все. Ну, не может же это быть в городе. Если построили дом, то надо же как-то, наверное, следить за этим. Валентина Федоровна говорит, что живет в этом доме 10 лет. Раньше она старалась убирать траву вокруг дома. Но сейчас ей больше 80 лет, и возраст делать ей это больше не позволяет. Кроме того, женщина обеспокоена, что и напротив ее окон накренилось сухое дерево. Если вот это вот упадет, вот дерево, оно, видите как, а вот тут мои окна, а вот этот балкон, он сползет с балкона и мне окна раздавит. Кроме того, что этот дом, по мнению местных жителей, порос бурьяном и окружен старыми засохшими деревьями, которые, по их мнению, опасны для жизни людей, здесь существует еще одна немаловажная проблема. Ямы на дорогах, наполненные водой, по которым ежедневно проезжают автомобили, доставляют автолюбителям большие проблемы. А это болото вечное. Оно все время. Вот я 10 лет живу, и я еще не видела ее почти сухой. Кроме того, жителей волнует еще одна проблема. Вокруг дома постоянно стоит неприятный запах канализации. Странно пахнет, потому что здесь кругом канализация. Вот мне прям окна перед канализатором, да? Прям я закрываю окна, вонь страшная. Из рассказов женщины, которая прожила в этом доме 10 лет, создается ощущение, что это богом забытое место. При этом никакие службы ни разу не реагировали на запросы по уборке территории или ликвидации неприятного запаха, хотя район Михайловского шоссе в целом может быть очень живописным и приятным для проживания местом. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».